«Быть или не быть?» На гамлетовский вопрос наш театр драмы уверенно ответил «быть». И стал лауреатом международного большого детского фестиваля. Архангельский драматический театр имени Михаила Васильевича Ломоносова. Спектакль «Гамлет» Уильям Шекспир. Режиссер Андрей Тимошенко. В этом году из 365 заявок театров-участников фестиваля экспертный совет отобрал 43 спектакля из 25 городов. Среди них Архангельский театр драмы. Церемония награждения состоялась на сцене Московского губернского театра. Конечно, это было неожиданно. И тут могу сказать, что каким бы взрослым спектакль не было, каким бы взрослыми не были бы мы с Андреем Николаевичем, мы на это время все равно становимся детьми. У нас есть эмоции счастья, радости, и какой-то внутренний ребенок у нас просыпается, и мне кажется, это здорово. Кроме диплома лауреата, Архангельский драмтеатр получил денежный приз. Но главное, конечно, не это, а любовь зрителей, которой наш театр, к счастью, не обделен.